Бритва после заточки. Модель яхта завода Трудваща. Интересна она двумя изюминками, скажем так. Во-первых, это необычное клеймо. Оно иногда встречается на бритвах Трудваща. Вот здесь можно видеть, что это яхта. Вот обычное клеймо. Но поперек него установлено еще одно клеймо. Здесь можно видеть двойка, буква И и буква С. То есть второй сорт. Бритвы второго сорта очень редко так метились, скажем так, на заводе Трудваща. Мне попадалось буквально несколько экземпляров всего лишь. Вот. Это не значит, что бритва хуже обыкновенных бритв. Ну, таких же яхт. То есть по сортам на ЗТВ вообще бритвы практически никогда не метили. Это вот прерогатива Моштампа была и других некоторых заводов. Вот, там разница по сортам была. Это немножко другая длина режущей кромки, там немножко другая ширина полотна, там хвостик немного другой формы. То есть, ну, вот в таком разница. А что касается термообработки и стали и всего остального, то здесь с этим должен быть полный порядок. Ну и, собственно, я бритву переточил. Вот, пришлось над ней немножко посидеть. Она как бы была не пользованная в плане заточки, ее никто не точил. Тут была заводская заточка. Вот, но на заводе ее точили, ну, не как нож, но, скажем так, угол немножко неправильный был, более тупой. Вот. И получается, пришлось на одном слое изоленты все это пересводить. Но фаска такая, не очень широкая получилась, в принципе. Приемлемая, аккуратная. Также здесь можно видеть, если присмотреться, вот я вот так попробую свет поймать. Над кромкой такая темная полоса, широкая идет на полотно. Это след от электролитической заточки. На заводе их с такой заточкой точили в электролите. Вот. Ну, то есть бритву никто никогда не полировал, там ни войлоком, ничем. Вот я ее только от патины легонько почистил. Вот. Ну, фаска такая более-менее получилась. И форма здесь легкая улыбка получается. Легкая улыбка, очень удобная в бритье. Вот. И вторая изюминка этой бритвы, это год. Год здесь 1957. Вот клеймо на второй стороне ZTV-57. Яхты в 50-х, естественно, тоже выпускали. Там 56-й, 57-й. Но фишка в том, что это были яхты прямоносые. Вот. Яхты круглоносые, как вот это вот, стали делать уже в 60-х годах. Вот. И вот экземпляр 57-го года с круглым носиком. Это, наверное, первый, который мне вообще в руки попался. Я вот вставлю ссылочку на обзор именно по яхтам, которые я в свое время делал. Если кто не видел и интересно, можете пройти посмотреть. Вот, я там показал разные их разновидности этого модельного ряда. Вот, но таких вот ранних круглоносых еще не встречал. Этим бритва, конечно, тоже интересна. В комплекте был оригинальный футляр. Ну, футляр, в принципе, такой же, как и на всех остальных бритвах яхта. Здесь можно видеть, что сделано еще по ГОСТу 54 года. Вот, инструкции в комплекте не было. Вот. Ну и все, еще покажу, как проходят тесты, и буду отправлять. Так, тесты. Тесты проходят, естественно, хорошо после переточки. Вот, бритва будет брить с таким хрустящим резом небольшим. Сталь здесь Х05 по ГОСТу использовалась. Вот, но я думаю, бритье должна понравиться. Есть фокус, да? Угу. Брить будет с таким небольшим хрустом музыкальным. Очень приятная вещь. У меня у самого в коллекции их несколько штук, и прямоносые, и круглоносые есть. Периодически достаю, бреюсь. Замечательные бритвы. Вот. Справка, здесь никаких нюансов. Правим, как обычно, на обычном натянутом ремне, без провиса. С таким средненьким давлением. Ну, не переусердствовать надо, но все-таки небольшое давление прикладывать надо для правки. Вот. Буквально махов здесь 30-35. Где-то делаем, и она будет готова к бритью. Вот. Вот так вот распуск проходит по всей кромочке. Отличная вещь. Все. Сегодня постараюсь отправить.